Всем доброе бодрое утро. У нас на улице солнечно. 9 градусов. Дождя нет, ветер успокоился. Но все равно прохладно. Даже дома ощущается. Всем привет. Денис еще дома. Собирается на работу потихонечку. И я вам желаю хорошего дня среды. Давай, Карли. Вышла отвезти Богдана в школу. Всем привет. На улице хоть и солнечно, но прохладно. Даже очень. Я говорю, что с этим ветром то, что был, пришло какое-то похолодание непонятное. Но красиво на улице очень. Небо такое голубое, яркое. Классно. Очень здорово. Подождем здесь. Не будем там толпиться. Хорошего тебе дня, Богдан. Пока. Пока, люблю тебя. Пока. Давай. Иди, обнимемся. Все. Пока. Пока. Хорошего тебе дня. Отвела Богдана в школу. Замерзла. Ветер такой ледяной. Откуда он такой ледяной появился? Сейчас сделаю себе кофеечек. Согреюсь хоть. А у меня потом по плану готовить второе. Я не знаю, у меня будет картошечка, либо просто отварю, либо сделаю пюрешечку из курицы. Я не знаю, что делать с курицей. Запечь ее просто в пакете. Фу, кот везде летает. Либо сделать ее в сливочном соусе. Сметана в сливочном соусе. Я не знаю, я подумаю. У меня просто ножки, а по рецепту идут такие, не знаю, как окорочка или как они называются. Но не целенькие такие. Не знаю, как они называются. В общем, я еще не знаю. Еще не решила. Потому что они, по идее, должны как придавливаться немножечко на сковороде. Но... Я не люблю, когда курица брызгается. Курица очень сильно брызгается. Поэтому я еще подумаю, я еще не решила. Но планы пока такие. Все, я почистила картошку. И я нашла у себя вот такой вот пакетик. Здесь написано для куриной грудки, да? Но я подумала, что если я положу туда ножки, ничего страшного не случится. Попробуем, как получится. Вот такая баттер чикен джуси. Ну, так что так. Она здесь с джинджером, корицей. Да, джинджер, корица и тармарик. Я не знаю, как на русском. В общем, так. И хочу навести порядок здесь на полке, потому что постоянно что-то берем, все миксуется. Хочу привести в порядок, насколько это возможно.
Ну вот, как-то так получилось. Протерла полочки, помыла. Что-то выкинула, что-то оставила. Вот столько у нас приправ. Все, чистый порядок здесь. Все, я поставила уже картошечку вариться. Решила просто отварить картошки. Потому что если курочка съестся, большая ее часть, на всех ее не хватит. И можно будет просто и картошечку подогреть с яичком, либо сделать наггетсы. Вот. И я уже нарезала салатик. Будет картошечка, курочка и салатик. Вот так ярко и красивенько. И вот такая красота получается. Всем приятного аппетита. Забрала Богдана со школы. Всем привет. Он раздевается. Сейчас буду кормить Богдана. Всем приятного аппетита, кто будет есть. Да, на улице холодно. Холодно. Мне так холодно, мама. Мне холодно, я замерзла. Ты, конечно, бегала на спорте, тебе тепло. А я-то не бегала на спорте. Вот. И мне холодно, ветер холодный. Второй день подряд уже. Сегодня вторник? Да, нет, Wednesday. Сегодня среда. Да. А вторник куда прошел? Когда? Куда прошел? Когда успел то вторник пройти? То есть, ты помнишь, ты снимала? Утро, всем привет, утро вторника. А понедельник? А, в понедельник мы с тобой на джиу-джитсу ходили. Все. Да. Я здесь. Я в теме. Я во дне. И Ксюша домой пришла. Будет кушать тоже сейчас. Еле-еле попила. Не знаю, какие проблемы. Не замерзла на улице? Нет. Отлично. Вот. Все потихонечку собираются дома. Классно. Здорово. Богдан сел ужинать после урока математики. Всем приятного аппетита. Богдана ужин. Тут у меня две курочки, картошечка и салатик. Все огурцы, ой, помидоры выбрал? Нет. Нет? Я вообще не брал помидоры. Ну вот я и говорю, все выбрал обратно. Я вообще не брал, у меня в тарелке не было. Ну вот я вижу, оставил все в миске. Да. Да? Приятного тебе аппетита. Спасибо, я так не люблю помидоры. Почему ты не любишь помидоры, расскажи. Расскажи, чем тебе не нравятся помидоры. Раньше ты ел помидоры, тут резко перестал есть помидорки. Да, потому что один раз, когда я доедал, да. я чуть не блеванул. Почему? А что тебе не нравится в помидорах? Сама консистенция помидор не нравится или что? Или вкус? Нет, просто когда я ем их, угу. Мой организм не принимает это. Да. И отторгая, невкусно. Да. Понятно. Так что да. Понятно. И Ксюша тоже села ужинать после банных процедур. Что, фара летает? Фара, он там спит, но летит. Да, летающий кот. Да, так вот всегда. Привет. Приветик. Как делишки? А что ты в сейфете, глазас? А? Что ты в сейфете? Блин. Всем привет. И на этой вечерней ноте мы будем с вами прощаться, говорить всем пока-пока. Спасибо, что просмотрели. Спасибо, что поставили лайки. И увидимся с вами завтра. Пока.